у людей моего поколения, рожденных в СССР, оберегов как таковых не было, ну, кроме пионерского галстука. Вот. Современные родители пытаются что-то придумать. Вот я говорю, самый лучший оберег для ребенка – это горный хрусталь. Положили, ну, не такой кристалл, конечно. На таком он не заснет, даже можно меньше, чем вот такой вот. Ребенок родился, положили под матрасик или вообще прикрепили коляске под дно. Вершинкой в сторону головы. Вы обеспечили ему ровный, хороший проток. Кстати, вот при таком обереге дети спят лучше. Если перепутали день и ночь, у них это восстанавливается тоже. То есть вот это вот самый хороший детский оберег лет до 12-13. Другие не стоит. Если какое-то воздействие, допустим, нужно там в школе, учеба, там еще что-то в комнате, спокойствие, оно может присутствовать, но не постоянно и не при самом ребенке. Я понимаю, что многие кинутся проверять меня и вычитать, что самый лучший оберег для ребенка – это малахит. Я не спорю. Малахит хороший. Это медь, это вторая чакра, это иммунитет. Только сам по себе малахит очень мягкий. Он легко трется даже об хбшную ткань, и вот эта малахитовая пыль является довольно хорошим ядом. Если вы хотите, чтобы ребенок дышал ядом, вперед из песни. Если вы хотите получать чистые эманации малахита, всуньте его в стеклянную бутылочку и пускай носит с собой.